Всем привет! Сегодня подводим итоги конкурса по самоделкам. И первое, что хочу отметить, так это то, сколько же видео вы мне прислали. Напомню, в первой части было 10 видео, во второй 28, а сейчас же около 70, точно не могу сказать. Поэтому, чтобы видео не затягивалось на полтора часа, я выбрал, на мой взгляд, 20 лучших самоделок, которые вы буквально через минуту начнете смотреть.